Ну и немножко мы отвлечемся на тему моторезины. Все прекрасно здраво понимают, что Midzeller, Michelin, сейчас хрен найдешь и хрен знает за какие деньги. Поэтому сейчас мы начинаем тестить новую резину King Tire. Она появилась в России не так давно и в Байкленде с сентября. На тест мы даем две резины. Фоме Калинин, Фома Калинин, чемпион мира по стантрайдингу. И сейчас он в Италии для того, чтобы также участвовать в этом чемпионате. Двухкомпонентная резина пошире, центр жестче, края мягче, просил для дрифта. И переднее колесо помягче уже резина для того, чтобы делать стоппи. Короче, посмотрим и ждем ответа от Фомы для того, чтобы успокоиться, жить дальше, понимая, что хорошая резина есть или нет. Ну и 200-ка 55 на 77H, это для тяжелых мотоциклов, типа моего Roadglide, я обязательно потещу, потому что эту резину, которая у меня есть, я обязательно проезжу. А вы сами знаете, что на тяжелые туринги обычную резину ставить не надо, хоть она и будет подходить по размеру. Почему? Потому что она будет реально быстро стираться. То есть десятка, все, все, заново резину. Тут это 77H, что, соответственно, означает, что она должна проехать столько же, сколько оригинальная.